это как раз была вся элита оппозиционная, те, которые потом раскололись на две крупные партии, кадетов и оптимистов, Союз 17 октября, Леонид Бучков был герой моих предыдущих книг. Ильхам Бухихамов был один из них. С 5 по 17 год он был членом кадетской партии, не просто кадетской партии, он был членом руководящего органа Центрального комитета. Неспроста весной 17 года он оказался, когда царь отвлекся, он был в Минске, он там шутку сказал, говорит, все мои друзья стали министрами, что же я здесь-то делаю, надо было ехать. Он действительно был часть элиты на самом деле.